Вызывал Дулин. Вызывал, Михалыч, вызывал. Здравствуйте. Проходите, Виктор Михайлович. Здрасте. Виктор Михайлович Орешкин, да? Ну да. Что случилось? А мы вас по всему заводу тут обыскались уже. Что случилось, Дулин? Кабинет директора завода обокрали. Да ты что? Дорогой коллекционный коньяк украли в виде Эйфелевой башни. Подождите, а я при чем здесь? Где вы были вчера ночью с 3 до 5 часов? Ну так ночная смена у меня, работал я. Да кто может это подтвердить? Да никто, ночная смена, я один работал, мужики. Так, значит, алиби у вас нет. Чего нет? Алиби у вас нет. Пройдемте в отделение, там разберемся. Подождите, вы что? Я не крал, оно мне 100 лет ваши эти коньяки. А мы в отделении разберемся. Крал, да я сам крал, начальником цеха был раньше. Есть у него алиби. Со мной он был этой ночью. Сексом мы до зорьки, до первой занимались. Что? Каким сексом? Что ты говоришь такое? Таким, хорошим. Ты же, Михалыч, не крал. Не крал, и с тобой я не был. Тогда, Михалыч, у тебя алиби нету. Значит, со мной был. Так был или не был? Ну да. Был я. С ним был. Так, а ну поподробнее расскажите. Ой, что мужики, что он этой ночью творил, не представляете? Что он со мной только не выделывал? Так, говорите. А камера зачем сейчас? А мы сейчас все снимем с ваших слов, так сказать, все показания. Прямо... А зачем? Наследственный эксперимент. А то ведь не поверит, что гомосили до утра, а? Вот, а потом он меня рукой своей металлургической, челябинской, крепкой, как ухватил за жопу. Хватал, Виктор Николаевич? Ну, было, было дело. Хватай, давай, показывай, как хватал. Давай, хватай. Вот так вот хватал. А потом он подошел ко мне и за ушком поцеловал. Так, что? Губами прям впился. Целовал? Ну, целовал, было, да. Давай, покажи, как целовал. Да не буду я. Давай. Не буду. Впивайся. Не буду целовать. Впивай. Лучше уж со мной, Михалыч, здесь теплее, чем в тюрьме с лысым мужиком. Так. Не надо на камеру. Хватит. И как, давай его. Выключите вы камеру. Давай, снимай, снимай. Устроили. Ну зачем снимать? Хватит, снимать уже. Все. Не зря про ваш цех слухи нехорошие ходят. Давай. Что за гомоспектакль устроил какой-то здесь? Я же ради тебя, Михалыч. Я ж тебя спасал, от тюрьмы тебя спасал. Мы ж с тобой сколько лет. Я знаю, какие из нас воры. Давай, успокоимся, отметим освобождение твое. Ты что это? Да ты украл этот коньяк! Зато, Михалыч, мы игры наши сняли. Что? Хоум-видео. У меня же друзья в органах. Скоро смонтируют, принесут. Знаю я друзей твоих в органах. В копченых органах. Друзья у тебя. Ненавижу тебя, гомосятина несчастная.